Всем привет! Продолжаем рассматривать картины художников, работы скульпторов. Никола ди Пьетро, «Святой Бенедикт. Искушение в пустыне». 1420 год. Дерево темпера 109 на 65. Венецианец Никола ди Пьетро, ученик Джентили да Фибиано, использовал популярную иконографию изображения святого Бенедикта, католического святого, основателя монашеского ордена, названного его именем, бенедиктинцев. На представленной работе ангел, появляющийся в пустыне среди скал, предупреждает Бенедикта об опасности, которую создает дьявол в виде ворона, искушающий отшельника эротическими видениями. Чтобы избавиться от мучительных картин, святой обнаженным истязает себя колючим шиповником и крапивой. Тело отшельника, кусты и все вокруг него изображено с возможным натурализмом. Однако фигурка ангела, расцвеченная ярче, чем остальные фрагменты картины, выдержана в условно-готическом стиле. Доска из музея Поль ди Пиццолли представляет собой одну из створок полиптиха. Три другие хранятся во флорентийской галерее Уффици. Вот такое описание к работе Никола ди Пьетро «Святой Бенедикт. Искушение в пустыне» я нашел в интернете. Текст по книге «Великий музей мира». Пока-пока, до свидания, до новых встреч.